В пятницу 10 марта в концертно-спортивном комплексе «Уникс» стартовал ежегодный фестиваль «Студенческая весна-2017». «Студвесна» — это самая яркая часть студенческой жизни, то, что запоминается на всю жизнь и заряжает тебя самыми положительными эмоциями. Первыми свои творческие программы представили студенты Института фундаментальной медицины и биологии и Института геологии и нефтегазовых технологий. До начала одного из главных мероприятий года за сценой царила полнейшая суета. Техническая группа ВСУ устанавливала декорации, а участники фестиваля репетировали и пытались бороться с волнением. Фундаментальной медицины. Оба института подготовили невероятно интересную программу. Мы, как строители Института геологии. Честь открывать весенний фестиваль выпала студентам Института геологии и нефтегазовых технологий, которые привели зрителей в зеркальный мир университета, а точнее показали души колонн главного здания. Напоминаю, что сегодня уже 1399 день на нашем предприятии без единого происшествия. А это значит, что мы имеем все шансы быть признанными международной комиссией образцовым отделением. И я думаю, никому не нужно напоминать, что это значит, что мы всем коллективом полетим отдыхать куда? Правильно, в Лувр. Программа их представления была обширная. На сцене можно было увидеть и попурри со всеми любимыми песнями, сцены средневековья и даже увидеть трагическую судьбу цыганки Кармен по мотивам одноименной новеллы Просперы Мерини. Студенты Института фундаментальной медицины и биологии предстали в совершенно непривычном готическом образе и с ярким лозунгом на сцене «Мечты наяву». «Студенческая весна» — это мероприятие, которое объединяет 1000 студентов Казанского федерального университета. Кто-то находит себя, кто-то друзей, а кто-то приходит поддержать своих одногруппников. Следующими свой институт представят студенты Института социальных философских наук и массовых коммуникаций, и Института вычислительной математики и информационных технологий. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универ Ньюс.